Более 80 воспитанников детского сада «Родничок» собрались на торжественное празднование Дня России. Несмотря на то, что сам праздник еще достаточно молодой, приуроченные к этому дню мероприятия проводятся здесь уже не в первый раз. Знание традиций своей страны – это прочный кирпичик в будущее России. Мы должны вообще с детского сада, со ступени детского сада прививать детям любовь к родине, любовь, чтобы они знали, что они живут в стране, страна, которая называется Россия. Началось торжество с исполнения государственного гимна, который ребята слушали очень проникновенно. В одной руке они держали флаги, а другую, уже совсем как взрослые, приложили к сердцу. Далее последовали увлекательные игры и веселые эстафеты. Воспитанники «Родничка» пели песни и читали стихи. С удовольствием слушали патриотические песни. А в увлекательной форме «Вопрос-ответ» ребята продемонстрировали хорошие знания о главных государственных символах. А как вы думаете, как выглядит герб России? Знаете? По окончанию торжества мальчишки и девчонки выпустили в небо воздушные шарики в цветах российского флага. Праздник удался на славу, и ребята признались в самых искренних чувствах к родине. Я люблю Россию, потому что я тут родилась. Этот праздник посвящен нашей родине. А ты любишь свою Россию? Да. Остались довольны и сотрудники детского сада. Они отметили неподдельный интерес у детей к своему отечеству. Конечно, старшие дети откликаются более активно, а младшие они пока смотрят, присматриваются, но это тоже хорошо. Пусть они привыкают, пусть они смотрят, видят. И значит, эта чрезвычайно важная и нужная миссия – воспитать патриотов – выполнима. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.